российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Врубовка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Богородицкая Николаевской области, Новозлатополь Запорожской области и Федоровка Харьковской области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 снарядов реактивной системы залпового огня «Альхам» в районе Каховской ГЭС в Херсонской области и города Мелитополь Запорожской области.